рабочие места и вкладываются в развитие сельских территорий. Владимир Путин сегодня вечером сыграл в хоккей на катке у Кремля с 9-летним мальчиком Димой Ощепковым из Челябинской области. Ребенок мечтал побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России. 5 декабря Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». И тогда глава государства пообещал исполнить желание Димы, написанное на елочном украшении открытки. В Москву школьник приехал вместе с родителями, 14-летним братом Денисом и 8-летней сестрой Софьей. Они уже успели побывать на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке «Патриот» и в Кремле. А с Владимиром Путиным Дима встретился на катке у ГУМа. Всем привет. Здорово. Это папа? Да, здравствуйте. Здорово. Как вас зовут? Андрей. Ну что, Дим, нравится тебе? Ты был в Москве раньше? Нет, первый раз приехал? Поехали. Проездом были. Проездом были? Что ты посмотрел уже? Я посмотрел. Конечно. Олимпийский чемпион. Он нас с тобой сегодня немножко потренирует. Да? Валер, это папа. Папа. А что? Покатили? Да, поехали. Давай, Дим, поехали. 100 лет назад был подписан декрет об использовании Крыма.